сегодня здесь охарактеризовать одним или двумя словами? Такая непростая задача. Это, наверное, будет пи-пи-пи-пи-пи. Не икать и дай уйти нормально. Не суетись, Викочка, в пустое пространство. Недели. Ну, вообще, творчество – это всегда праздник, но я бы сказал, это праздник со слезами на глазах. В том плане, что это, конечно, слезы счастья, но, конечно, сложный выпуск. Непростой спектакль, непростая пьеса. Как всегда в театре, лимит времени, лимит душевного состояния и предел физических, эмоциональных сил. Так что идет нормальный процесс выпуска спектакля. Есть некий такой драйв, есть хороший завод. Пока непонятно, что из этого получится в конечном итоге, потому что все равно спектакль рождается, когда в зале появляется зритель, тогда уже можно о чем-то говорить. А пока идет процесс работы, напряженный, кропотливый, сложный, нервный, эмоциональный, жесткий в чем-то. Ну, такой нормальный нашей работы, момент такого целого прогона, целостного еще не было. У меня вообще в спектаклях они случаются практически на премьерах, такие целостные прогоны, поскольку это сложное, достаточно синтетическое действие со сложным светом, звуком, со сложным текстом, с сложной партитурой актерской игры, палитрой, с таким, я бы сказал, очень неожиданным ансамблем актерским, потому что здесь актеры, которых, допустим, я давно знаю, актеры, с которыми я работал здесь уже, в центре, на проекте «Женщина из его прошлой жизни». И вот какой-то такой симбиоз получился из всего этого. Поэтому о результате сегодня говорить рано, да, наверное, не нужно. А то, что мы получаем некий, конечно, драйв и некий эмоциональный допинг, репетируя все это, конечно, замечательно. Хотя пьеса, конечно, очень сложная, пьеса непростая, поэтому я, собственно говоря, за нее и взялся.